Это фотографии очень юного его еще, да, когда он только-только начинал. Это фотографии из личного архива Евгении Аверкиевой. На них запечатлен еще молодой Ренат Ибрагимов, народный артист РСФСР. Он был ее близким товарищем. Дружили больше 45 лет. Много трудного пережили вместе, радостного. И в основном, конечно, хочется сказать, да, что это человек необыкновенной чистоты, необыкновенной доброты. И все, что с ним связано было, оно всегда превращалось просто, знаете, в светящееся какое-то мероприятие, какую-то встречу. Босиком побродить по тропинке в России. Вечер памяти Рената Ибрагимова собрал полный зал гостей. Здесь его семья, друзья, коллеги и поклонники. Услышав знакомый бархатный баритон, многие не сдерживали слезы. Честно, я жила в раю 15 лет. Во всех смыслах этого слова. Была любящей, любимой женой. На сцене висит огромный его портрет. Конечно, очень тяжело, все еще пока свежее. Вот, сейчас как раз приходит осознание, маленько тяжело. Вот, но мы держимся. Ренат любил, чтобы я улыбалась. Но не погаснет этот свет сквозь годы. «Русский Паваротти» – именно так за невероятный вокал называли Рената Ибрагимова. Он блистательно исполнял любой репертуар – народные, оперные и эстрадные композиции, которые пел на 5 языках. Артист купался в лучах славы и был обожаем публикой практически всех возрастов. Рената – это неординарная личность. Вы знаете, на российской эстраде более титулованного, чем он, нет никого. Вы возьмите статистику. Он народный артист. Почти 6 республик, это было в советское время, и одной зарубежной страны. А сейчас эти страны стали зарубежными. Таких титулов нет ни у Кобзона, таких титулов нету даже у Льва Лещенко. На вечере звучали не только песни Рената Ибрагимова, но и отрывки из его кинофильмов. На экране его самая последняя режиссерская работа – музыкальный пластилиновый фильм «Домой». Для него артисту пришлось выучить китайский язык. Решение о том, что мы... В рамках этого фестиваля проведем вечер памяти Рената Ибрагимова, пришло 15 мая. То есть уже на следующий день мы понимали, что этот человек достоин того, чтобы о нем говорили много, вспоминали. По словам организаторов, этот вечер памяти Рената Ибрагимова – лишь генеральная репетиция. В память об артисте организуют большую концертную программу. Сирина Сахапова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.